Первая персональная экспозиция юной берестейской художницы Юлии Заблоцкой открылась в городе над Бугом. История творческого пути молодого дарования началась 6 лет назад. Родители привели ее в студию «Декор», чтобы научилась, как принято говорить, рисовать для себя. Однако практически сразу стало понятно, что для себя не получится. Прятать от окружающих такие картины – почти преступление. Способности девушки сразу отметила и руководитель студии Нила Горчинюк. На самом деле я горжусь этой ученицей, потому что она в 16 лет сделала свою первую персональную выставку, яркую, красивую. Меня удивляет, восхищает в ней ее смелость, фантазия в композициях. Ее работы напоминают цветущий ковер. Они создают настроение, они яркие, добрые. Юная художница признается, что вдохновение ищет в окружающих людях и красоте природы, особенно украинской. Именно эта страна – вторая родина и любимое место летнего отдыха. 20 картин, представленных в рамках экспозиции, отличаются необыкновенной яркостью и сочностью красок, во многом отображая такой же яркий и неугомонный характер их автора. В своих картинах я выражаю свое отношение к людям, свое настроение. Например, я могу слушать музыку, и по этой музыке я могу нарисовать картину. Меня вдохновляет украинская природа, так как я летом провожу, все мое лето провожу на Украине. Мне очень нравятся пейзажи там, мне нравится природа. День открытия первой персональной выставки – значимая веха в творческом пути каждого художника. И, безусловно, очень волнительная. Поддержать юное дарование пришли друзья и родители, учителя и одноклассники. Все они сходятся во мнении, что, развивая свой потенциал, Юлия сможет многого достичь. Вырасти из маленькой звездочки в настоящую звезду не только отечественной, но и мировой художественной культуры. Увидев ее картины, я могу сказать, что они меня очень тронули, на самом деле. Я люблю искусство, я люблю книги, я люблю картины смотреть, и каждая картина ее вносит в мою, так сказать, душевную часть жизни что-то новое. Я видел картины, они довольно-таки экстравагантные, я бы сказал, интересные. Конечно, я плохо разбираюсь в искусстве, но мне нравится, как она рисует. Я надеюсь, она будет продолжать это делать. Она уже получила много грамот. Часть вывешена, часть нет. Юлия есть талант, пусть развивает его. Юлины картины, они очень затрагивают. Она очень хорошо рисует, хотя она говорит, что она по-детски рисует, но это не так. Они очень красивые, я думаю, вы сами их увидите и все сами поймете. Персональная выставка будет открыта для посетителей на протяжении месяца. А потому у ценителей прекрасного еще есть шанс приобщиться к миру ярких красок и положительных эмоций, отображенных на полотне юным берестейским дарованием. Анастасия Стропко, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».